Новый год. Новый год — это елка, это подарки. По Москве Новый год уже наступил. Мы сидим за столом, отмечаем. Только что поговорили с Москвой, с моей мамой, с Зининой мамой. А сейчас разбор полетов и распределение подарков. Разбор подарков. Я вот тут снимаю. Итак, давайте вскрываем подарки. Первый этаж снимать цветов. Начнем с упаковки. Как тебе упаковочка веселенькая такая? Веселенькая. Я не ждала, я как-то и думала, что будут лягушки. Я не знаю, другого не сомневалась вообще, что лягушки будут всегда и везде. Да, не сомневался? Нет. Ну тебе-то еще будет пора внутри, наконец-то, кажется. Открываем глаза. Смотрим. Максим! Это сумочка. Скажи, пожалуйста, что это такое за сумочка такая? Расскажи мне. Это сумочка для вещей. Ну, правильно, для вещей. В виде кого сумочка? Скажи мне, пожалуйста. В виде лягушки. Так, хорошо, дальше. Ква-ква-ква. А это что у нас такое? Кип. Читаем вслух. Кип. Остин. Вэр. Саппорт локал базенес. Ну как тебе хипанская майка? Супер. Такую майку носили в 60-е годы и хипи. Я буду не дома ходить. Ну ты можешь и на улицу выйти нормально. Когда тепло будет, можно и дома носить ее. Спасибо. Сумка может такую на улице ходить даже? Нет, почему? Ты можешь где угодно с ней ходить, с этой сумкой. Набить ее всем, чем ты хочешь. Она сразу прилетет в форму и сядет на задние лапы. Нужно забыть брать Лизу, туда класть сумку в эту. Ну а теперь самый серьезный подарок. Что-то такой тяжелый. Тяжелый, тяжелый, да. Подарок серьезный. Какой-то он неподъемный. И запаковал ты его. Так, ого. Что это такое? Ой. Это целая серия. Офигеть, я люблю такие вещи старые. Смотри дальше. Ты прости название, что здесь написано? People of the desert. Of desert. В десерт. Люди пустыни, смотри дальше. Боже ты мой. People of the ice and snow. Люди снега и льда. Это про эскимосов. Первое было про индейцев, которые в пустынях живут. Все про Америку. Вау, иллюстрированное супер. Издание. Я люблю книги. Еще дорогое издание. Смотри дальше. Не торопи меня, это подарок. Что ты меня торопишь? Смотри. For the plains. А война, да? Да. Ага. Супер. То, что в музеях было. Офигеть. Как же я люблю такие книги. Дальше смотри. Рассмотришь, что успеешь. The European Challenger. Европейцы переселенцы, с чего все начиналось. Это мне очень будет интересно. Да, Максим. Ты угадал с этим, конечно. Первый переселенец. Так. А что, зачем мне лягушонок Кермит, который говорит все о Индии? А это тебе английский подучить немножко. All about food. Так. Угу. Спасибо. Почитаем, какой продукт поглядит на английском языке. Так, еще два тома осталось. Так. Это у нас Circles of Life. Жизнь, да? Цикл жизни. Ага. Почитаем тоже. Супер. И последняя книжка. People of the Lake. Люди озер, да? Да. Ага. Супер.
Из принципа языка доступны, Максим. Ну ты можешь читать, если ты читаешь литературные произведения американские, то ты спокойно можешь почитать. Тебе это будет интересно для общего развития. Опять же, очень замечательные иллюстрации. Мне иллюстрации очень понравились. Да, очень спасибо. Прям целый... Практически как поход в музей. Да, почитаешь, что это как один поход в музей почитать все это. Супер. Тут ты что уже угадал, у меня тоже эти подарок похож. Ну что, снимай теперь ты. Теперь я буду распаковывать. Меняешь местами, ты берешь бокал, аккуратно не раздави его. Ты можешь мой бокал взять. Да ладно, осторожно, не даем его. Берем фотоаппарат. Ну, теперь моя очередь скрывать, что там нам Дед Мороз припас. О, красиво украсил. Ну ладно, разрываем. Как красиво не упаковали, подарки нужно разрывать. Хорошо, что упаковал его. Ха-ха, интересно. Так. Отлично. Вторая мировая война. Первая мировая война и Гранд Каньон. Кантри. Класс. А еще пустой подарок. Там еще один подарок лежит маленький, ждет тебя. Где? Под елкой посмотри. Еще ты внимание обратил. А где он? Он такой маленький, квадратненький. Маленький и квадратненький. Так, где маленький квадратненький? Стол лежит. Намекни хоть с какой стороны. Кажется, с правой. Бокал вижу. Квадратненького не вижу. Значит, она находится за коробкой. Ищи за коробкой. За какой из коробок? Он такой маленький подарок. Еще тебе для души. Он веселый такой. Веселый подарок. Не вижу. Шарик, что ли? Нет, не шарик. Не вижу тогда. Да сейчас я камеры буду доставать сама. Вот это что ли? Да, вот этот шарик, как подарок. А, сейчас кровь, что-то у нас для души. Зина, ну ты упаковал так, что хрен скроешь. Я стараюсь, чтобы было красиво. Внутри, посмотри, что внутри находится. Я думаю, тебе понравится. Это ты. Это я. Снеговик с тёлкой. И с галстуком. И с галстуком, да. Ты я такой толстый теперь стал, как снеговик. Класс. Ну что, на Новый год ставим на стол. Дайте поцелуйтесь. Ну как тебе подарок? Отлично. А книжки? Будем читать. Особенно National Geography, Grand Canyon. Мы тут сейчас обосъедем, я думаю. Я думаю, мне интересно посмотреть, как тут сфотографировали, поедем туда обязательно.